Doamne și domnilor, am revenit la platforma electorală, așa cum spuneam ceva mai devreme. Cel de-al doilea participant este Maia Laguta. Doamna Laguta, bună seara! Bună seara! Înainte de a vă oferi cuvântul, vreau să vă reamintesc. Participanții nu au dreptul să instige la violența publică, divulgarea secretelor protejate de lege, incitarea la război, ură interetnică sau separatism teritorial, lezarea demnității sau reputația altei persoane, ofensa publică. Dacă aceste reguli vor fi încălcate, vom fi nevoiți să întrerupem discursul. Condițiile noastre vă sunt clare? Da, desigur. Atunci start cronometru. Vă mulțumesc. Stimați legători, bună seara, mă numesc Maia Laguta. Foarte mulți ani am așteptat aceste alegeri, deoarece timp de 15 ani am luptat cu toate partidele, cu toate puterile care au fost, toate partidele care au fost la putere, pentru îmbunătățirea vieții noastre, a majorităților. Astăzi am posibilitatea să o fac cu un mai mare efort, cu o mai mare posibilitate pentru toți cetățenii Republicii Moldova, ca în calitate de președinte, să vă asigur pe majoritatea cetățenilor cu apartamente, deoarece bani sunt în țară. Ați văzut câte miliarde furate. Președintele țării este obligat să pună la punct toate instituțiile de stat să activeze în interesul poporului, ceea ce nu s-a petrecut timp de 25 de ani. Уважаемые избиратели, я единственный из кандидатов, кто иду именно от народа. Не сидите в этот день дома. Не думайте, что бойкот ваш приведет к чему-то к лучшему. Выборы все равно состоятся. Они уже, их сценарий разработан. И вы видите, что они через эти якобы опросы сами нарисовали проценты своим кандидатам им нужным. И вот они вам вывели в финал две кандидатуры, Дадон и Санду, те кандидатуры, которые участвовали в этой краже миллиарда, которые сегодня выкинули по вашу голову сотни миллионов, отмывая эти миллиарды через свои типографии принадлежащие, через средства массовой информации принадлежащие. Я единственная, кто в этой кампании выхожу с национальной идеей повышения благосостояния наших граждан. Только так мы станем привлекательными для других, и только так мы сможем и нашу страну объединить вместе с Приднестровьем. Станем привлекательными, и они сами к нам потянутся. Значит, возможности у нас есть. Я занималась тарифной политикой и вернула кишиневцам тариф на 2 лея через трибунал, через суд. Одна судилась. Я сделала так, что пенсионеры бесплатно ездят у нас в общественном транспорте, не имея никакой власти. Поэтому сегодня в качестве президента Республики Молдова я не только обещаю, я вам гарантирую, в первый же год вы почувствуете рост благосостояния. Первое, за счет повышения зарплат, пенсий, за счет увеличения рабочих мест, за счет понижения тарифов. Вы сразу почувствуете, что человек, который идет от народа, он идет ради народа. Я 15 лет по всем направлениям действовала, воюя с властью. Пострадала очень сильно. 6 раз сидела за решеткой незаконно. Выиграла у них 82 суда. Даже у нашего президента страны Тимофти выиграла. И я хочу, чтобы вы... Я пришла дать шанс нашему народу. Вернуть власть народу, а не чтобы использовали партии в своих интересах, издеваясь над нашим народом, когда уже стыдно сегодня быть молдаванином. Я призываю вас выйти 30 октября. Это так просто. Выйти и только проголосовать за Маю Лагуту. Вот перед вами... полосочка из бюллетеня, как я буду, но не путайте меня с Майей Санду, пожалуйста, очень вас прошу. Если вы проголосуете за Дадона, за Санду, кого-то из партии, считайте, что на 4 года они будут и будут ухудшать нашу жизнь. Будут ухудшать, ни просвета не будет, потому что они хотят прийти к власти, чтобы закрыть тему с украденным миллиардом. Ведь они уже, посмотрите, только на выборах сколько миллионов, сотен миллионов потратили. А можно было за эти деньги, повторяю, построить домостроительный комбинат, по новой технологии, прямо на комбинате, это 1000 рабочих мест, на комбинате построить квартиры и только их на местах вывести и монтировать. Это все можно, но никто из них не делать не будет. И они это доказали за 25 лет.
Можно внести, помимо того, что снизить тарифы, параллельно еще альтернативную энергию подключить к этому, инновационные технологии подключить. У меня целый ряд программ, необходимых, но никто с этими программами, я к ним обращалась, никто из них не хотел взять на вооружение и исполнять, потому что у них одна единственная цель – опять, как 25 лет, обмануть вас сегодня на выборах, прийти к власти и обогащаться. Я вас очень прошу выйти 30 ноября, дать мне шанс доказать вам, что Домнule, мы можем жить. Домнule, timpul dumneavoastră a expirat. Vă mulțumim și o seară frumoasă. Domnilor și domnilor, vă reamintesc și a prezentat platforma electorală Maia Lagutare. Revenim după o scurtă pauză cu cel de-al treilea participant. Este vorba de Dumitru Ciubașenco.